Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я верю в свои способности и уверенно двигаюсь к достижению своих целей. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня вы достигнете своих целей. Ну а теперь уникальное послание на 15 сентября. Вера в волшебство. Осознание того, что Вселенная полна волшебства и мистики, ведет нас к настоящим чудесам, которые происходят с нами каждый день. И хотя бывает трудно принять, что некоторые события происходят вне зависимости от нашей веры в них, но это факт. Хотим мы того или нет, но ангелы наблюдают за нами с небес и слышат наши желания. И даже если ваша вера сейчас недостаточно велика, тем не менее Вселенная наполнена магией и удивительными совпадениями, которые на самом деле таковыми не являются. Ведь ничто не случается просто так, и всему происходящему с вами на небесах находится объяснение. Чтобы наполнить свою жизнь волшебством, порой достаточно просто усилить свою веру в него. Не нужно думать, как это происходит и что за ним стоит. Просто верьте в то, что высшие силы находятся совсем рядом, буквально в одной мысли от вас, что они поддержат вас в трудную минуту и знают ваши самые сокровенные желания, которые помогут осуществить в положенное для этого время. И в течение всего дня обязательно проговариваем такие слова. «Я заслуживаю любовь, счастье и благополучие в своей жизни». Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что вы будете довольны своей жизнью, и в вашей жизни будет все прекрасно.